Финал ежегодного конкурса СМИ против терроризма и экстремизма состоялся накануне. Акулы пера и звезды экрана получили почетные грамоты и призы за освещение животрепещущей темы. 9 победителей чествовали в региональном правительстве. Первое место в номинации «Лучшее освещение темы в телевизионных программах» получила служба интернет-ТВ издательского дома «Ульяновская правда». Материал «Ульяновские и белорусские разведчики обезвредили террористов» выходил в апреле 2018 года. Сюжет оценили по достоинству. Приятно освещать именно такие структуры военных, те же самые белорусские и российские десантники, этих доблестных воинов настоящих. И, конечно, процесс отработы приносит огромное удовольствие, потому что это красивая съемка, красивые люди, знающие свое дело. Среди победителей оказались корреспонденты телеканалов ГТРК, «Сфера ТВ» и газеты «Ульяновск сегодня». Церемонию награждения провел руководитель аппарата региональной антитеррористической комиссии Игорь Шибалов. Антитеррористический конкурс стал уже доброй традицией. Следующей зимой ульяновские журналисты тоже посоревнуются в профессиональном мастерстве.